Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на новое видео! С вами сегодня, как всегда, легко, Андрей Дефайт, Ольф Пушаки и Серега Болтов! И, возможно, в это тяжело поверить, но это Майнкрафт! Да-да-да! Короче, Джонни меня уговорил, чуть ли не заставил реально зайти в Майнкрафт, ребята. Так что сегодня у нас будут угарные мини-игры, поэтому, ребят, я надеюсь, сегодня будет все круто. Всем желаю приятного просмотра, приятного аппетита, ну а мы начинаем, погнали! Let's go! Окей, Олег, ну что ж, сейчас ты будешь погружаться полностью в эти мини-игры. Так, а что делать, что делать? Уже игра начинается? Вы просто выживи сейчас, потому что будут, походу, сквидварды вылетать. Смотрите, Тихо, стреляют, парни, все, живем до конца, Наша задача, как я понимаю, продержаться 82 секунды и не умереть. Ни в коем случае. Так, все, парни, просто держимся, Давай, самое главное, что тут 8 игроков, из которых 4 это мы. Так что у нас больше всего шансов на победу. Самое главное, чтобы один из нас точно победил. Тихо. Андрюша, ты как так умер-то? Скажи, пожалуйста, Андрей, ты чего? Тихо! Что происходит? Я еще живу! Олег выиграл на первом месте! Что, прикалываетесь, что ли? Ты звезды получил. Ладно, парни, на самом деле, все это время я играю в Майнкрафт каждый день, понимаете, 24/7. А тут что делать? Это скакалка, короче. Этот режим из спаму-партия. Ой, нифига. Опа, нифига. Я думал, тут прыжок не такой большой. Так, ну ладно, надо топ-1 тоже занимать тут. Оп, вот так хорошо. Смотри, тебе за топ-1 дают 3 звезды, за топ-2 2 звезды, за топ-3 1 звезды. А в конце, а приз какой-то есть вообще, победитель или нет? Посмотрим. О! Я выиграл! Я тоже выиграл! А ты почему? Ты на втором месте, я на первом. Я, видимо, в конце зацепил все-таки по итогу, да? А тут что? Это по кольцам прям летать. Короче, нужно пробел нажимать, как Флэппи Бёрд. А, блин, прикольно. Пошли, давай. А вниз как? Шифт. А все, понял. Блин, так-то. Ускоряется. Быстрее. Ай! Нет, стой! Стой! Да блин, я тоже пропустил! Блин, а что так тяжело-то, а? Ну тяжеловато, на петухах-то летать. Так, давай! Андрюша, ну это прям режим для тебя, Андрей, давай! Ты тоже садитесь топ-1, Андрей, ты понимаешь? Блин, я ускорился! Полетел на бро! Ой, Олег, я тебя догоняю даже. Давай, догоняй, Серега, не получится! Ой! Короче, второе место. Блин, я сейчас, погоди, Сережа, куда ты там полетел? Не-не-не-не, Серега, стой! Сережа, стоять! Давай. Я застрял! Нет, стой! Все, финишировал, блин, пятый всего лишь. Ну, слушай, нам всем по одной звезде. Это что такое? Смотрите, нужно по своему цвету стрелять, и ты тем самым ускоряешься. То есть у тебя написано, вот видишь, шаг в инвентаре есть. Ага, понял. И ты по своей должен стрелять. Понял. Так, есть. Так, а у меня аж красный, да, у меня красный. Не, на просто правую кнопку мыши зажимай. Ой, я не по своей. Так, это попал. Так, это сюда. Так, это надо. Блин, да! Тихо. Так! Тихо! Красненькая! Ой, много пропускаю! Как стрелять вообще? Третьем месте, считай. Чё так сложно? О, нет, я знаю этот режим, походу, да? Я знаю, что сейчас будет. Надо закрашивать. Так, не подрезаем, мальчики, не надо. Тихо. Да, закрашивать надо. Андрюша, не падай. Андрюша, само по себе немного горит тоже. Ага, вижу так. Ой, что жестко-то так? А что так жестко? Нет, блин! Хорош! А сколько тут? Несколько раундов будет или как? Да, еще две мини-игры остается. Блин, а что так жестко-то? Ну, у тебя 7 звезд, смотри. А у тебя... У тебя 11, ты офигел, слышь? А тут что делать надо? Тут закрашивать тоже. Короче, вот берешь просто правой кнопкой мыши и прям стараешься как можно больше урвать территорию. Понял. Она не нажимается. Нет, моя. Да, все, закрыли.
я забей, я проиграл просто. А, блин, а, тут вот, вот как она работает, я не знал. Меня реально, меня заботили просто. У меня маленький кусок земли и все. Олег, не волнуйся, мы, в принципе, в одной лодке с тобой. Хотя тебе побольше даже, смотри. Ну, погоди, вот у меня все, у меня максимум, я весь максимум закрасил, все. Андрюша, а ты сколько закрасил? Я закрасил, я не знаю, сколько. Там вот справа показывается. А, 82. Фига! Андрей, Андрей, здесь две, две, вот здесь ко мне, вот сюда, все. А, все, не успел, да? Ну ладно, что сказать. Ну там кто победил? Челик победил. Последняя мини-игра у нас осталась. Смотри, вон там, не, еще две. Вон сверху, видишь, самый центральный экран. И нужно абсолютно так же, как там, у себя на холсте сделать предметы. О, нифига. Что? О, типа... Так, это сюда. А, понял. Это сюда. Камень сюда. Так, а второй сюда. Ёма, там уже кто-то... Там уже... Это что за спидраны пошли? Все, я второй. Так, всё, это, блядь, сюда. Это сюда. О, все, я закончил. Я закончил, я закончил. Мы только втроем, что ли, закончили? Не-не-не-не-не-не-не. Блин, не, если бы я с самого начала знал, что тут делать надо, то быстрее бы закончил по-любому. Так, а тут что? Тут что? Что? Над нами будут падать наковальни, нужно уворачиваться. Ой-ой-ой. Ладно, сейчас попробуем, но это точно решил для меня. Их очень много. Они еще пол ломают, они пол ломают. О, пол ломают, в смысле? Это нужно и под себя, и вверх смотреть. Вы что, прикалываетесь? Это два глаза просто имеют. Тихо-тихо-тихо-тихо, Сережа, я... А-а-а, я упал, блин! А что так жестко-то? Серега, Джонни, давай-давай-давай. А, реально, слышишь, Серега просто на месте стоит, вообще толком ничего не делает. Нет! Серега, давай, до конца, Серега, до конца, Серега, до конца, давай-давай-давай. Серега, давай, ты сможешь, отвечаю, уверен на 100%. Давай, Сережа, немножечко осталось. Олег, ты знаешь, что на Control Sprint? Да, конечно, конечно, конечно. А вот тут ошибочка. А вот тут не надо ошибаться, тут не надо. Вот у меня так же было, я так же такой сразу наверху не прям. Там просто упало два блока на Серегу этих, две наковальни, и все. О, все, ну слушай, это что, сколько звездочек получается у меня? У тебя написано там. А что, 7 звездочек только, и все, реально? А что так мало? Эй, красавчик! И реально просто красава просто. Я говорил, что один из нас сегодня точно победит, брат, красава. Итак, у нас следующая мини-игра. Это что? А что тут делать надо? Это, короче, дедлайн в GTA. Что еще? Подожди, не понял. Дедлайн. А, реально? Погоди, что, серьезно? Да. Чего? Реально, смотри, что? Блядь, это что за хуйня? W не жмите, у вас ускорение на W. Вы можете зачаржить. А, он сам типа идет, я понял. Блин, что за прикол? Опа, Серега. Тихо, не надо. И не подрезай по-братски, не надо этого делать, а? Ай, блядь. Чувствую, меня сейчас кто-то... Так, на обгон. Опа! Да в смысле? Нет, сам себя. Я в стенку, я не знал, что в стеночку нельзя врезаться, я не знал. Ну это же дедлайн, в смысле. Блин, вот этого не можно в стеночку врезаться, так ты слышишь, ГТАшки, так что ничего не знаю. Давай, брат, твоя победа 100%, а сколько тут осталось? О-о-о. Джонни, ну тут назад дороги. Не, ну тут в принципе выкрутиться можно. Ема, ты что делаешь? Ты что делаешь? Давай, гаси его. Дави, нажимай на него. Давай, зажимай его, просто зажимай его 10. Хорош! Ебать, ты дрифт! Красавчик! Звездочку я, кстати, получил. Звездочка есть, отлично. Так, что дальше? Так, вот это закрашивание. Ой, надо сразу закрашивать. Так, на правую или на левую кнопку мыши закрашивать? Направо. Берешь, зажимаешь. Так. Еще не работает. И что, у меня не работает? Да надо прям соединять, то есть нельзя отпускать. Ну, то есть надо прям соседнюю брать. Я понял. И... Ну, слушай, знатный кусок отхавал. Нормально тогда. И мое. Блин, и все, кусочек типа мой этот. Пошел вон, Олег, с моей части. Нет, это моя. Ничего не знаю. Блин, я тут вообще царский отхапал просто. И куда ты там собрался? Куда ты там, Эксич, собрался, а? Мое, ничего не знаю. Мое, так, это закрашиваем, Так, а сколько там времени еще, слушай, осталось? Слушай, нифига себе, Джонни, у тебя 120 сюжета, офигел. Я проиграл.
проигрывал, помнишь, я проигрывал тогда. О, вот это я тоже. Я отыгрываю. Вот это сюда. Слушай, ну мне кажется, я нормально такой кусок отхапал сейчас реально. Ребят, вот такие задроты, я вообще ничего да не понимаю. Да это вообще забей, реально отвечаю всё. Нам на... Чё, всё, а время через сколько закончится, погоди. Олег, вот слушай внимание, посмотри вот это красный. Нет, я не успел так раз. Ай-яй-яй, блин. А, ну это уже было. Еще бы немножечко, и там был бы уже топ-2, и было бы две звезды. Так, а тут что? А, снова? Так, ну все, это мой режим, отвечай, парни. Сейчас второй топ-1 будет, смотри, отвечай. Андрей, что стоял-то? Сейчас пока пофиг. Андрей, ты умер, что ли, скажи, а? Да. Как так? Не-не-не, я контролю максимально. Я максимально контролю, я максимально просто, понимаешь, сконцентрировал на этом. Нет. О, сейчас жопа пойдет. Все. Ой. Тихо. Манцуем. А мы с тобой вдвоем. Ой, хорошо как, а? Смотри. И что, и как понимать, сколько нам за. Ой, это, короче, нужно друг друга пинать. У тебя сейчас много снежков и нужно выкинуть. А, снежками именно кидаться друг друга. Да. А как кидаться? Давай не объединимся всех. Давай. Давай, по полной закидывай. Мы остались, давай, все, улетел. Ну, хорош, все, вот это последнее. Давай, закидывай его. Давай. Пулемет просто пошел. Сейчас. Давай. Ай, тихо. У вас полностью исчезает. Нормально. Полностью исчезает. Чего? Смотрите, нажимайте на него. Давай. Пинать еще руками. На! Ну-ка, давай. А давай, один на один, брат, давай, погнали. О, хорошо. Да! О, как ты? Это что было? Топ-1! Ну кто тут батя? Чисто Майнкрафт прошел. О, бля. Так, с какой стороны сейчас пойдет? С какой стороны пройдет? Вот, спереди. Все, давайте, пацаны, сейчас ни в коем случае нашей команде нельзя проигрывать, понимаете, да? Так, прыжок. А, ну и да. Ты все слетел, что ли, Серег? Я тоже что ли? Прыжок. Я не понимаю. А как меня коснулось, в смысле? Точнее, слишком поздно. Чего? Я же аккуратненько все сделал. Ладно, брат, вся надежда только на тебя. Вся надежда только на тебя, давай. Что, блядь? Я только хотел сказать, ты должен победить, и все, и в эту секунду все пропадает. Ну погнали, давай, погнали. А я думаю, за Олегом буду бегать. Не надо за мной бегать, ты же офигел, а? А наоборот, будешь за Олегом бегать, у тебя там вообще все прожжёт. Да, лучше не надо, наоборот. Тихо, аккуратно. Тихо. Ой. Тихо, просто не торопимся, Нужно заранее обдумывать все свои действия наперед. Не, они все-таки сами ломаются, не из-за нас. А чё они сами ломаются? А, так чуть-чуть сами ломаются, чуть-чуть из-за нас. То есть тут... Нет! Нет, тихо. Тихо. Ай, блин, живу. В конце. Да, о, кто? Слушайте. Олег победил, а я второй. Нет, стой, в смысле? И на первом месте был, да. Реально? Да. Ой, хорошо. Тут, короче, будет один блок, под который нужно прятаться. И нужно успеть, типа, за него. А, нифига. А, где? А, даже не один, вот несколько их. Быстрее. Все, я в домике. Я в домике, я спрятался. А, Олег, там один в доме? Я надеюсь, я на правильном блоке стою, по крайней мере. Чё, все живы? Двое отлетело, так? Тихо. Ой, смотри, мы прям носиками своими соприкасаемся сейчас. Так, самое главное, чтобы по башке ничего не прилетело. Так, где? Так, вижу. Вижу, вот сюда встаем. Блин, ничего не вижу. Блин, Олег, убей его. На пиксель вылезти случайно. Да, я понимаю, да, если на пиксель вылезешь, ГГшечка будет. Не вижу так, ничего. Я уже дальше пойду. Все нормально. Да уйдите нахуй. Да нормально, стоим до конца. Стоим до конца, все, я прям над блоком. Так, я к Джонни. Тихо. Блядь, я успел. А где следующий? Страшно как? Еще? Ой, это что летит? Прям ускоряется жестко. Ой, тихо. Где? Сзади. Я не вижу, не успел. Тихо. Стой. Нормально. Где? Где? Вон. Давай. А, ну, блядь. Тихо, живи. Все, успел. Где еще? Вижу. Давай.
Нормально. Успел. Живем, парни! Где следующий? Так. Вот тут. Вижу. Давай. В смысле? Чего? Так, тихо. Человека-паука! Да блин! А я не знал, что драться можно! Я ж не знал! Ну, пиздец. Чего? Это прям под конец делается. Так, а тут... Ой, нет. Если ты берешь хотя бы второе место, ты выигрываешь все мини-игры. Ой, это хорошо, слушай, это хорошо. Только вот режим нехороший, блин. Тихо. Чуть-чуть влево. Так, стоим. Стоим. Ой. Терпельный уголок, терпельный уголок. Так, тихо, аккуратно. Тут запутаться, блин, вообще, как два пальца под вами отвечаю. Наверх смотришь, прям на тебя накололись. Ай, блин! Ну я зафейлил. Ну что, не видать тебе предупреждение. Но самое главное, чтобы тебя никто там не перегнал. Ну надеюсь, что сейчас это не произойдет. Надеюсь очень на это. Ну блин. Я постараюсь просто бегать. Я надеюсь, это будет меньше шанс, чтобы прям мне... Это было близко. Это очень близко, брат. Очень близко. Я прям смотрю за тобой, это очень близко, реально. Оп. А сколько еще живых осталось? Да тут много, еще три человека еще осталось. Серега, живи! Серега, до конца живи, Серега, до конца, давай! Я стараюсь. Все, самое главное, чтобы чел. Пусть он. Давай, Сережа, давай! Давай, хорош! А куда дальше? Хорош! Нормально, у тебя еще три блока есть! У тебя еще три блока! Нееет! Подожди, и как у. У вас. А, ты выиграл! Да! Найс! Ребята, просто топ-1. Топ-1 занимает батенька, понимаете? Топ-1 мой. В общем, друзья, вот такой вот видосик у нас сегодня получился по Майнкрафту. Я надеюсь, он вам понравился. Обязательно пишите в комментарии, как вы вообще в целом Майнкрафт на моем канале хотели бы его видеть, какие бы режимы хотели бы видеть. Мы обязательно придумаем что-нибудь интересное. Ну а на этом сегодня все. С вами сегодня были, как всегда, Кофе, Джонни Фужаки, Андрей Дефай и Серега Ботов. Все полезные ссылочки находятся в описании под этим роликом. Всем до скорой встречи и всем пока-пока! Пока! Всем пока!